Югер. От латинского названия парной упряжки. Югер – мера поверхности в Древнем Риме, равная прямоугольнику длиной в 240 и шириной в 120 римских футов. Это приблизительно площадь около 2500 метров квадратных. Эта величина служила для измерения поля и составляла площадь, которую вспахивали в день парной упряжкой валов. Югер делился на 2 квадратных акта, или на 288 скрупул. Югер был единственной мерой площади в Древнем Риме, имеющей форму прямоугольника. Остальные были квадратные. Существовала также мера «семейный надел», равная 2 югерам.